Мы в традиционном начале эфира хотим ознакомить вас с последними данными Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Первая часть этого последних сведений о статистике потерь оккупантов на 619-й день полномасштабного вторжения в Украину. Почили в БОЗе 304 100 человек. Это как минимум. Далее в списке. 861 единица реактивных систем залпового огня, а также 7363 единицы артиллерийских систем. Продолжают списки вертолеты. 324 уничтожено, 322 самолета, беспилотников 5534 и сбито 1551 крылатая ракета. За это время украинским воинам удалось уничтожить. Средств ПВО противника 568 единиц, специальной техники 1038 единиц и автомобильной техники 9716 единиц. Продолжаю список: боевые бронированные машины. 9939 машин уничтожено. Та же участь у 5276 танков. Ну и никак без отрицательного всплытия. Его за это время совершил 21 корабль, катер и подлодка врага. Борьба тем временем продолжается. Слава Украине! Героям слава!